Так, если вы хотите покраситься, то мой вам совет. Лучше идите в салон. Довольно-таки сложный цвет. Я даже не знаю, как его описать. Он и розовый, и коричневый, и какой-то темный, и нейтральный, и какой-то и холодный. Краска – это достаточно дорогой бренд, дорогой косметики. И я вот... Меня зовут Юрченко Елизавета. Я недавно выходила из... натурального седьмого ряда, у меня даже, можно сказать, шестерка. Я выходила с помощью вот такого вот бренда Формавита, но вы не смотрите. С помощью вот такой краски 1261, 1281, также 1216 невозможно добиться сразу нужного оттенка. Перед этим я наносила порошок. Но так случилось, что я нанесла порошок и рванула на вот эту часть, и поэтому посмотрите, даже сейчас.